Всем добрый день! Сегодня решила показать наши летние шапочки Настины, которые я вязала. Вот. Это беретка. Но в основном я ей, конечно, вяжу больше, наверное, беретки. Такая на небольшой ножке береточка. Связана она по журналу. Вот это совсем ажурная летняя. Ну вот даже по рисунку получается, приблизительно придерживаюсь узора. Но вот, допустим, где-то в переходах, вот в этих частях, вот здесь, вот не одну беретку уже такую связала, и получается все по-разному. Это самая легкая, самая ажурная у меня такая береточка из такой тонкой пряжи. Вязала я впервые. Ну, конечно, безумно нравится она, очень-очень легкая. Почти воздушная, конечно, на лето. Очень хорошая шапочка. Теперь шапочка уже на более беретка или шапочка, не знаю, на более прохладную погоду. Здесь уже ножка идет немного побольше. Хочется очень связать мастер-класс по такой шапочке. Даже купила уже пряжу. Надеюсь, приступлю в скором будущем к вязанию такой шапочки. Здесь вот связано, ободок связан поперек ножка беретки этой. А здесь уже добирала и связано на спицах ажурным рисунком. Вот с изнаночной стороны шапочка смотрится. Вот так. Очень нравилась она. Смотрится нарядненько. Здесь она пышненькая. Вполне довольны были такой моделью. И перейду. Шапочка у нас уже, это, конечно, не новая. Мы ее очень хорошо носим. И вот смотрите, меланж ложится каким рисунком. Лег мне очень нравится. Даже когда Настя идет, вот она вся по кругу. Смотрите, ее как ни поверни. Вот этот рисунок зигзагом идет по всей шапочке стандартно. Очень нравится. Сейчас хочу связать несколько шапочек. У меня есть в оранжевом цвете, в голубом и в бирюзовом. Вот подобная пряжа. И очень хочу связать такие шапочки в других цветах, как оно будет смотреться. И еще купила зеленую тоже секционного крашения пряжу. Буду использовать ее при вязании следующей шапочки. Следующее — это связан у меня берет. Связала я его вот совсем недавно. Смотрю видео Саши Мун, Екатерины. Безумно нравится их видео. И связалась у меня вот такая, как бы, не знаю я, как назвать, шапочка или береточка. Больше она беретка, но так как мне не нужно, чтобы она сильно объемная была, то она полубереточка, наверное, больше. Я ее уже одевала. Здесь связан на 110 петель. Но я отдельно покажу описание и пряжу. И как она на мне смотрится. Тоже
будет отдельное видео. Вот. Ну, смотрится, в общем-то, очень интересно. Она идет пряжа, не знаю, вот мне кажется, не так передает камера. Показывает более песочного цвета. Она какая-то коричневато-бежевая и с люрексом золотистым. Смотрится хорошо. Довольна я тоже шапочкой. Но так как я не особо мастер по вязанию спицами, у меня, конечно, нет настолько вот отработанной вязки. И по моему мнению, что, конечно, мне еще вязать и вязать для того, чтобы вязание мое было идеальное спицами. Крючком, конечно, там попроще. Для меня. Всем спасибо за внимание. До новой встречи. Пока-пока.